Жильцы квартиры домов, которые пострадали от паводка в Уссурийске, получат дополнительные выплаты на проведение ремонта. Об этом заявил губернатор Приморья во время рабочей поездки в муниципалитет. Мы сегодня вот приняли решение по выплатам сначала из краевого бюджета средств на капитальный ремонт. Сумма это будет, значит, 7 тысяч за квадратный метр. 7 тысяч, да. Мы выплачиваем 50%. Но с учетом того, что микрорайон 7 ветров пострадал еще от мазута, что не пострадали другие, значит, да, то муниципалитет сегодня принимает решение и направляет такую же сумму, аналогичную, но направляет 7 тысяч на каждое пострадавшее жилье. Это будет по 7 ветрам, потому что это особые условия, это мазут. Выделение средств будет проведено в два этапа по 50%. Часть суммы сразу, а часть после завершения ремонта. Факт проведения ремонтных работ будет устанавливать комиссия. Человек, у которого 50 квадратов по краевому законодательству на ремонт, получит порядка 350 тысяч рублей двумя частями. То, что касается особых условий, связанных с мазутом по 7 ветрам, то он еще получит дополнительную сумму 350 тысяч сразу и 175 наших. Это единовременно 500 тысяч за квартиру в 50 квадратов. Ну и потом мы по итогам ремонта еще ему там доплатим 175. Первые выплаты на ремонт приморцы начнут получать на следующей неделе. Губернатор поручил социальной службе максимально ускорить этот процесс. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом. Ну, невозможно. Это...